В сети распространяется видео разговора между мужчиной. В сети распространяется видео разговора между мужчиной и врачом. Действие происходит в нашей столице. Мужчина пришел к врачу и жалуется, что есть переломы в ноге. У него была операция. В ответ врач отказывается принимать пациента со словами: «Хочу, буду принимать, хочу, не буду принимать». «Ты пришел ко мне в частном порядке, я сам решаю», — заявил врач. Врач ссылается на то, что пациент нервничал и ругался. Не следил за языком, тем самым задел врача своими словами. Комментарии казахстанцев были разные. Например: «Зачем ты его умоляешь? Иди к другому. Что за гордый врач такой? Вообще законно ли отказывать пациентам в медпомощи? Тем более за деньги. Они клятву не давали разве? А как вы считаете, кто прав в этой ситуации?» Смотрим это видео. Братан, не ищем, талдамайм деп айтсын. Талдамайм деп не ищем? Ау, не айтты кептір. Хамдасын ищем, бір ай болды аяғына қарсе, операция өтті, не қыптыр. Енді қарсе, мен, не де мені бір ай болды, қараш, ойлашы өзің, бір ай болды, аяқ сынып жүр. Неге ашуламай мен? Ане қабырасын, мұне қа жібереді, мұне қабырасын, ане қа жібереді. Брат, енді менше... Саған емес. Ақша керек емес бе? Қарап беріңдер. Не үшін қарамайсың сендер? Сендер халыққа қызмет көрсетесіңдер. Сендер халыққа қызмет көрсетесіңдер, брат. Қабылдауға міндеттісіңдер сендер. Частный порядке маған келіп тұрсың, сен частный порядке келіп тұрсың. Если мен хочу хабылдам, если не хочу хабылдам. Не, зачем это надо? Сен еще бір.